Министерство культуры Азербайджанской Республики. Студия «Дебют» представляет. Фильм Мирбалы Салимова «Невеста огня». Во имя Аллаха. Глаза щиплет. Стамера. Не хочу. Не будь букой. Ну подожди. Какая упрямица. Ты обещала, что если я буду купаться, ты расскажешь сказку. А где сказка? Ну расскажу, успокойся. Ты меня не обманешь, и воды на тебя не напасешься, и заговорить невозможно. Поднимайся. Стой. Полно тебе, моя Джейрана. Иди ко мне. Садись, садись здесь. Вот так. Сама вытрись. Вот так хорошо. Все равно спать не буду, пока сказку не расскажешь. Боже мой. Родной, я пожертвую ягненка ради тебя. Пиштон. Пиштон. Gelinin uzaklığını cemaata sen neyle bildireceksin? Как ты будешь сообщать людям о невинности невесты? Hazırlamışam. Приготовил. Birden patron nem olar? Gülle atılmaz ha. А вдруг патрон влажный не выстрелит? Ben gülle satılsın. Пусть выстрелит патрон жениха. Ben öz işimin ustası. А я мастер своего дела. За твое здоровье. Mm-hmm.
Темно, я боюсь. Сейчас, Светик. Куда еще? Вот и свет. Давай оденемся в ночную, которую отец прислал. Хорошо. Жила-была девушка одна, баю-бай, красавица моя. Не была она феей, простая была она, баю-бай, красавица моя. Она была прекрасней феи, баю-бай, госпожа моя, и в свой дом огонь принесла, баю-бай, душа моя. Останься ненадолго. Нет, не могу. Ты слышишь меня? На днях я уезжаю. Счастливого пути. Мы могли бы вместе уехать. Напрасно ты не поехала сдавать экзамены. Ты знаешь, почему я не поехала. Боже мой. Напей. Успокойся. Говорят, что у него в России есть семья. Мало ли что говорят. Парень женится, чтобы отцовский очаг не погас. Поэтому ему ищут надежную девушку. Если согласишься, он возьмет и тебя с собой тоже. Там хорошие врачи вылечат тебя. Пусть дочка будет счастлива. Мне уже конец.
Все в руках Бога. Тебе с самого начала не повезло. Ты вырастила ее без мужа. Пусть хоть она будет жить в достатке. Да не погаснет ее очаг. Мама. Дочка, спасение матери в России. Здесь нет таких специалистов, столько денег. Вот сын нашего соседа живет в России, много зарабатывает. Он и тебя сможет содержать. И матери в лечении поможет. Ну как? Я пойду. Мне нужно побывать еще в нескольких домах. Пусть Бог поможет своей матери. Президент представительства организации BP в Азербайджане по нефтяному проекту Баку-Джейхан Дэвид Вудворд. Из-за меня не надо бросаться в огонь. И лекарство кончилось. Какая польза от этих лекарств? Зря отравляю себя. В земле без яда черви съедят меня быстрее. Мама. Кэмран сдал экзамены. Он вернулся? Да, он поступил в университет в Стамбуле. Когда уезжает? На днях. Он вернется. А что он сам говорит? До него, кто уезжал, еще не возвращались. Он говорил, что исполнители во время строительства нефтепровода Баку-Джейхан особое внимание будут уделять защите окружающей среды. Вы слушали последние новости. Уважаемые слушатели, а теперь по просьбе земляков из далекой Сибири передаем народную музыку. Ты вернулся? Не гайтун. Зачем? Уходи. Знаешь, почему он женится на тебе? Чтобы ты стала сиделкой для его стариков. Все равно он тебя бросит и уедет. Ты тоже здесь не останешься.
Уйди. Боже мой, откуда он здесь? Стой, послушай. Я не должна разговаривать с тобой, я выхожу замуж за другого. Давай уедем отсюда. Хочешь, брошу университет. Маме очень плохо. Я не могу оставить ее в таком состоянии. Хочешь опозорить меня перед всеми? Умоляю, не выходи за него замуж. Уезжай. И больше не возвращайся. Здесь тебя никто ждать не будет. Счастья вам. Детей много желаю, чтобы ваш очаг никогда не погас. Дай Бог. Oh.
Где вы? Смотрите сюда. Какой позор. Лучше умереть, чем пережить это. Ты виноват во всем. Почему я виноват? Время такое. Ты отправил еще мальчикам его на заработки. Он привык там и остался. Разве в то время ему нужно было зарабатывать деньги? Я в его годы. Мало того, что ты сам уезжал, так ты еще и сына отправлял бы знает куда. Что уставился? Что смотришь? Ты обманом вернул его, чтобы женить. А теперь иди ищи, посмотрим, найдешь ли его. Эй, невеста, иди в дом. Гед, айнуны да дэш. И переоденься. Зачем тебе керосиновая лампа? В бане темно, хочу помыться. Не трогай невесту. Пусть делает, что хочет. Подождала бы, когда свет дадут. Thank you.
Что это? О, Боже! Увидев ее, разгорелось пламя. Баю-бай, красавица моя. Огонь открыл ей объятия. Баю-бай, душа моя. И поднял ее на небеса. Баю-бай, пушка моя. Ай-лай-лай.